на проливе в Черном море. Супруга с сыном собирает кабанов живых. Нашли живых кабанов, что мы собираем. Уже сходили мы. Покупались на море. Чуть-чуть, либо трошки мы собирали рапанов. Вот, сейчас будем. Закинули, как говорится. Вот, достаем рапанов таким образом. Вилочкой, хопа, и достаем его, как на завитушке, сварили его. Вот это у нас кишечники. Вот это надо отделять и убирать. Вот он длинный, вот до сюда. И все. И можно сейчас